Всем хай, ребят, и вы на канале CoolJammy66. Вчера вышла обнова на моего Playground, и сегодня я хочу сделать на нее обзор, потому что я в сообществе обещал, что я сделаю на обнову обзор. Но перед тем, как мы начнем, вы, конечно же, поставьте лайк и подпишитесь. Пожалуйста, реально подпишитесь, потому что мне до конца лета нужно добить 20 тысяч подписчиков. Если вы видите кнопку подписаться, то обязательно жмите на нее. Если вы, конечно, новенький здесь. Вам не сложно, а мне приятно. Если же заранее говорю спасибо, что ты подписался. Ну, а мы начинаем. Обновлении, да, вот появилась новая карта, которая была в прошлом голосовании. Это кислотная карта. И она, конечно, очень маленькая. Я думал, она будет намного больше, хотя бы размера, ну, как карта с водой. Ну, давайте ее протестируем. Так, берем обычного Милона. Берем. И кидаем его. А я думал, будет разъедаться только Милон, скелет оставаться будет. Интересно, это только на Милонах работает или на транспорте тоже будет работать? Давайте проверим. Активируем тачку. А это на тачке тоже работает! Нифига! И остается такое. Кстати, можно ее разъедать так и высовывать. И эти детали сохранять и использовать. Мне это очень пригодится в сериал, кстати. Это очень прикольно. А это работает. Какой здесь очень. Давайте колесо кинем. Мне тоже разъедается. Неужели здесь все предметы будут разъедаться? Неожиданно. Так, а что ли здесь с механизмом что-то туда кинуть? Давай вот эту штуку. Тоже разъестся. Ну ладно, наверное, она просто все разъедает, все. Даже пропеллер. Короче, все понятно. Стоп, давайте сделаем такую штуку. Вот, берем пропеллер. Вот, берем пропеллер. И вот так его ставим и активируем. И замедленный ход. Бабах. Прикольно. Так, ну на карту мы уже посмотрели. Вот, ребята, я перешел на обычную карту. И вроде здесь еще что-то должно появиться. Давайте проверим. Так, здесь ничего не добавлено. Ага! Здесь какие-то новые... Это... Ну, елка у нас была. А что здесь две елки? О! Это елка, которая просто больше. Нифига себе. Так, здесь все так и было. Вот здесь есть деревья. Прикольно. Здесь есть обычные яблоки. Вот, смотрите, здесь и самые обычные яблоки. Можно их брать и сохранять. Это не откусанное яблоко. Смотри, я сейчас даже... Смотрите, я сейчас сравнение даже сделаю. Вот, это обычное яблоко, которое выпадает из этого дерева. Это яблоня вроде. Да, это яблоня. Так, так, ставим яблочко, и которое у нас есть. Вот это вкусное, вот это свежее, как я понял. Да, не удивляйтесь, это сейчас не CoolJammy, а монтажу CoolJammy. Я монтаж для этого видео делаю, для предыдущего. Просто хочу сказать, что вот второе надкусанное, оно скорее всего свежее, ну, и молодое. А вот которое только что с яблони, это, ну, такое молодое, и оно, можно сказать, только появилось на свет, и оно... Более тусклое такое. А вот то другое, которое надкусано, оно, вы можете пометить, что оно намного светлее. Или, не знаю, это какая-то ошибка. Ну, да, просто вам хочу это сказать. Только ломается, но все так же самое. Так, что здесь еще добавили? Пальма! Прикольно, а это что? Это что, кокосы?
Их можно как-то достать? Они разбиты. Наверное, как-то можно достать. Здесь еще есть кустики. Вот. Но это очень пригодится в сериалах, потому что для сериалов, я, знаете, я только деревья с модов использовал, и все. Еще здесь есть вот осеннее такое дерево. Можно, кстати, использовать для сериалов. Например, 1 сентября, я не знаю. И вот такой ствол получается, если он еще без листьев. Ну, прикольно, прикольно. Так, еще я вроде читал в этом обновлении, что вот эта штука обновилась. Честно, я ее раньше не использовал прям хорошо, я ее только использовал, знаете, для того, чтобы камераменов делать. Но сейчас это мне не нужно, потому что, как бы, камерамены у меня есть и в модах. Я хочу протестировать эту штуку. Так, как это работает? Как это работает? Давайте еще прицепим. Вот, прицеплено. Что-то не сильно понимаю. Это воровку? Этот предмет. Давайте попробуем еще что-то сделать. Что ты не соединяешься? В смысле? Все, сделал вот такую штуку, теперь она должна работать. Не. А вот так? А, блин. Чего не подсоединяется? Просто иду с ума. Да вообще я не понимаю, как этот механизм работает. Может, потом пойму? Ну, окей. Короче, ребят, это опять я так понял, чтобы это сделать, вам нужно, ну, вот этот ладил, типа, или как он там называется, подсоединить к пушке и там поставить типа лектолайвинг, то есть реакцию делать на живые существа, там на мелана, потом подсоединить вот эту MP5, любую ловушку, подсоединить вот эту штуку и к MP5 или к любому оружию, потом включаешь его. И все, оно типа реагирует на меланы там, на меланов, на яблок. То есть там надо разбиваться. Можете гайды посмотреть, конечно, если они есть. Но я понял примерно так. Надеюсь, вам это помогло. Ладно, ребят, наше видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. В этом видео мы посмотрели все, что появилось в этом обновлении. Ну, может, и не все. Но я, честно, не понял, как работает эта штука. Если еще, напишите в комментариях, как она работает. Я просто не могу понять, как эта штука может работать. Ну, а с вами был KuoJami656. И всем пока-пока! Еще обязательно подпишитесь на телеграм-канал KuoJami.